Иногда мне хочется быть не человеком, а кошкой. Кошки не строят планов на будущее. Они лижут шерстку языком, ищут себе пропитание и иногда дают жизнь котятам. И время для них идет по кругу. Но я человек, и я всегда считаю себя свободной. Поэтому больше всего я боюсь бессилия. Бессилие, как тюрьма. Когда наш глобальный и открытый мир сталкивается с чем-то непредвиденным, я не боюсь. Но от бессилия мне становится не по себе. Но даже смирившись с бессильным ожиданием, в глубине души я бунтую. И этот внутренний огонь дает мне силы. Поэтому я рада, что я человек, а не кошка. Потому что люди иногда верят в чудеса. И чудеса иногда случаются в нашем мире.